Вот уже 78 лет прошло с того зимнего дня, а было это 27 января 1944 года, когда в Ленинграде был произведен праздничный салют в честь освобождения. 872 дня продолжалась блокада города на Неве немецко-фашистскими захватчиками. Город выстоял благодаря беспримерному мужеству ленинградцев. О подвиге жителей осажденного в годы Великой Отечественной войны города вспоминают по всей нашей стране, в том числе и в Славянске на Кубани. Всероссийской акции «Блокадный хлеб» присоединился муниципалитет. Символом стойкости духа ленинградцев стал кусочек хлеба, который ежедневно выдавался жителям осажденного города. Завтрак, обед и ужин буквально умещались на одной ладони. Это всего 125 граммов хлеба. Суточный рацион блокадников Ленинграда. Конечно, это была минимальная норма выдачи хлеба на человека в день. И этот хлеб давал надежду на выживание. Сегодня 78 лет, как была снята блокада Ленинграда. Мы помним подвиг тех людей, которые боролись за свою жизнь, за родину. Для нас это пример стойкости, мужества, стойкости духа людей, которые боролись за себя, за своих детей, за своих родных и выживали как могли. Действительно, эти символичные кусочки хлеба, 125 грамм блокадные, они напоминают нам о том, как людям было тяжело, но они оставались людьми. На Славянской театральной площади размещался пункт выдачи хлеба. Славянцы и гости города охотно принимали участие в патриотической акции. Конечно, приятно, что наше поколение чтит традиции, помнит и не забывает о великом подвиге наших прадедов. Проводится акция. Молодое поколение помнит о подвигах героических наших дедов, прадедов, и это очень хорошо. И дедушка у меня на Кубани тоже фронтовик, воевал, 3 раза был ранен, вся грудь в орденах. Самое главное – жить, помнить. Высока цена Великой Победы, и есть в ней большой вклад ленинградцев, которые выстояли во время блокады. Об этом нужно всем помнить. Хотим напомнить славянцам о тех событиях, которые происходили очень много лет назад, чтобы они также прочувствовали хотя бы ту крупицу, что прочувствовали ленинградцы. И да, действительно, в 1941 году была, по-моему, самая холодная зима в Ленинграде, которая продлилась практически до мая, были ужасные морозы. И, тем не менее, ленинградцы выстояли, и мы, мне кажется, обязаны об этом помнить. И около магазина «Максим» была проведена патриотическая акция. Славянцы не остаются в стороне от сопричастности этому историческому событию. Даже слезы выступили. Очень приятно. Спасибо. Молодец. Молодцы, что помнят. Молодежь хотя бы об этом не забыли. Очень приятно. От души. Всем славянцам волонтеры вручали листовку и кусочек черного хлеба как символ памяти о подвиге ленинградцев. Сколько бы лет ни прошло, бессмертные мужество и доблесть защитников города будут жить в наших сердцах. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».